Игорь Мацапур, ему 22 года, он украинец, родился в Киеве, но, как мы уже знаем, да, очень часто фигуристы из стран бывшего Советского Союза, да и из России приезжают представлять другие государства, выступать под другими флагами. Тренирует его Ева Корешкова. Да, очень неплохо этот спортсмен откатал короткую программу и вот отобрался... Выступал в группе слабейших. Да, и отобрался вот на финал соревнований в произвольную программу. Давайте последим за ним. Он может показать очень неплохой результат. Его произвольная программа под ритмы танго. Молодец. Тройной аксель, тройной тулуп. Тройной флип. Снова, ах, обидно, снова тройной аксель и касание рукой. Молодец, молодец. Уже 3 минуты он откатал. И в конце, в последней трети программы, он исполнил каскад из 3 прыжков. По правилам, только один каскад из 3 прыжков может быть сделан в произвольной программе у мужчин. Да, надо собраться, не расслабляться до конца программы. 2,5, молодец. Немного устал. Сейчас остановиться, дорожка шагов. И собраться, докатать уверенно программу.
На последних секундах он закончил кататься, потому что все, еще бы чуть-чуть, и получил бы уже штрафной балл за превышение времени, отведенного на произвольную программу. Игорь Мацапура, 22-летний словацкий фигурист. Да, все постарался сделать в программе, что было поставлено тренером Эвы Кришковой. К сожалению, в конце немножко устал, но это и понятно, потому что накал борьбы очень большой. Тем более, что он много сил отдал в короткой программе, отобравшись на сильнейшую группу, которая представляет 24 фигуриста, которые представляют произвольную программу сегодня. Естественно, устал, но молодец, собрался, в конце сделал дорожку, последнее вращение, финальная точка программы ему удалась. Он был 19-м после короткой программы. Действительно, он очень много сил затратил накануне, поскольку был абсолютный провал на первенстве Европы в Загребе в этом сезоне. Именно в короткой программе он там ничего не исполнил и даже не попал в произвольную программу. Хотя год назад на первенстве континента он был 17-м. В общем-то, у него неплохой средний уровень, европейский средний уровень, да. И, конечно же, вот тот провал, он сильно на него повлиял. Он очень переживал и говорил о том, что приехав сюда в Гетеборг, он в первую очередь думает о своем психологическом состоянии, как ему совладать с нервами, чтобы больше не повторить тех серьезных ошибок. Да, и вот я разговаривал с Эвой Кришковой, с его тренером, и он сказал, что в этом году, перед чемпионатом мира, он как никогда собран. Она говорит, что я даже не постаралась не вмешиваться в его подготовительный процесс, в разминке, потому что он настолько был собран, и он даже ей сказал, что я буду бороться. Я буду бороться. Она говорит, я поняла, что его не надо заставлять делать дополнительные какие-то упражнения разминочные. Он сам готовился, был сам в зале, она только присутствовала. Но вот сегодня я ее встретил, она так переживала, что, говорит, я так переживаю, волнуюсь, потому что попасть в 24 сильнейших, представлять программу на чемпионат мира произвольно, это очень ответственно. Но я думаю, что он справился с задачей. Вот Эва Кришкова рядом с ним, его тренер, она очень довольна, да, может быть, довольна. Выступление его на этом чемпионате удалось. Ну, парень вообще самостоятельный, действительно, наверное, Эва права, то, что не вмешивалась, поскольку он уже привык зачастую все решать сам, потому что он тренируется не только в Словакии, но и нашел в Канаде специалиста, который работает с ним, Далила Саппенфилд, и он сам это нашел, этого тренера, и уехал туда, в Канаду. Некоторое время тренировался там, но все-таки большую часть времени он работает в Братиславе. Мы поздравляем этот дуэт, Эва Кришкова и Игорь Мацапура. Они сейчас на данный момент первые, и лучшие баллы за технику они получают после исполнения тремя фигуристами произвольной программы.